Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о подкормке роз в сентябре и предложу вам три важных рецепта для королевы цветов. Роза – это капризное растение, и особое внимание необходимо уделить ему в осенний период времени при подготовке к зиме, к морозам. Я предложу вам эти рецепты, какой из них выбрать, конечно же, решать вам. Их можно применять как в жидком, так и в сухом виде. Итак, важной особенностью является то, что в сентябре месяце нельзя применять азотное удобрение. Все удобрения растворяйте в 10 литрах воды. Суперфосфат предварительно растворяйте в горячей воде, настаивайте сутки. Если погода дождливая, то можно применять удобрения в сухом виде. Итак, эти удобрения, вы их увидите на экране и выберите тот рецепт, который для вас более приемлем. Итак, рецепт номер один. Монокалий-фосфат 20 граммов, борная кислота 2,5 грамма. В монокалии-фосфате содержится 50% фосфора и калия 33%. Если вы хотите использовать калий-магнезию, это рецепт номер два, ее понадобится 15 граммов и дополнительно суперфосфат 20 граммов. И затем проливаете ваши розочки. И рецепт номер три, это сернокислый калий, 10 граммов вам его понадобится, суперфосфат 25 граммов и борная кислота 2,5 грамма. Еще раз напоминаю о том, что эти удобрения вы можете вносить как в сухом, так и в жидком виде. Выбирайте то, что вам больше нравится. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.